21 декабря 2019 года в Москве в больнице Центра Союза Российской Федерации прошла проктологическая школа «Прокторус» – дидактика современной малой проктологии с отработкой навыков в ветлаб. Данное мероприятие было ориентировано как на практикующих хирургов-колопроктологов, так и на ординаторов и аспирантов хирургических специальностей. Ограниченный формат участия позволил всем присутствующим полноценно погрузиться в обучающий процесс и отработать хирургические навыки на лабораторных образцах. Лекторами выступили Бадма Николаевич Башанкаев, Михаил Юрьевич Черепенин, Дмитрий Викторович Шамрай, Денис Леонидович Давидович, Константин Андреевич Коршунов. Всем участникам школы были начислены баллы Российского общества хирургов и непрерывного медицинского образования.